Кто были самыми меткими стрелками наполеоновской армии? В войнах Французской революции стрелки в рассыпном строю доказали свою эффективность. Поэтому к 1805 году в каждом пехотном батальоне Наполеон создал роты вольтежер. Их задачей было вести бой не в линии, а в стрелковой цепи. В рассыпном строю они должны были подходить ближе всего к противнику, наносить потери метким огнем, готовя наступление основных сил. Теперь из 9 рот пехотного батальона одна была гренадерской и одна вольтежерской. Но если в гренадеры набирали самых высоких и сильных солдат, то вольтежерские роты принимали самых метких, проворных, инициативных и сообразительных бойцов. Но, как и гренадеры, вольтежеры тоже считались элитой, и жалование у них было такое же высокое. Туда переводили солдат в знак поощрения за особые заслуги в бою.